Всем привет! Меня зовут Сергей, и сегодня я хочу продемонстрировать вам сборник 4 частей «Обители зла» Resident Evil на Blu-ray. Я являюсь просто великим, чуть ли не самым большим поклонником этой серии. Я собрал, наконец-таки, на своей PlayStation 3 просто все номерные части и не только. То есть там и первая, вторая, третья с PlayStation 1, и четвертый код Вероника в виде HD ремейков для PlayStation 3, пятую часть на диске для PlayStation 3, шестую часть на диске для PlayStation 3, Resident Evil Revelations также на диске на PlayStation 3, плюс цифровой версии порты с Nintendo Wii, скролл-шутеров Umbrella Chronicles и Dark Side Chronicles для того, чтобы поиграть с ними с мува. Ну, то есть уже понятно, набор гигантский, все прошел. Ну, у всех свое мнение, у меня тоже есть там мнение, что лучше, что хуже, не будем на этом заостряться. Сегодня я хочу рассказать о фильмах, которые я тоже, как, чтобы про них не говорили, я очень люблю. Доказательство этого могу вот показать, у меня уже много лет есть DVD первых трех частей, которые я покупал каждый, можно сказать, момент выхода этого фильма. И вот не удержался, взял 4 части на Blu-ray, причем уже на тот момент вышла и пятая часть, которую я смотрел в кино, но пятая часть, она поскольку вышла в 3D, я уж решил как-нибудь попозже куплю ее отдельно на Blu-ray 3D, чтобы посмотреть в очках и впечатлиться так же, как я впечатлился в кино. Ну, давайте открывать. К сожалению, при доставке вот уголок картонки покоцался, ну ничего страшного. Вот такая коробочка с физиономией Милы Йовович. Описание всех 4 фильмов. Все фильмы Full HD, конечно. А вот по звуку не совсем понятно по описанию, но, судя по всему, моего любимого DTS HD тут нету. Везде Dolby Digital 5.1. Печальненько. Но зато все фильмы, кроме первого, содержат бонусные материалы, которые интересно будет посмотреть как фанату серии. Давайте откроем. Внутри все фильмы вот расположены таким образом. Тут бумажка с каким-то кодом, который что-то там где-то дает. Не знаю, мне интересно. Вот один диск уже выпал, третья часть. Третья часть, на мой взгляд, самая неинтересная получилась. Ну, такой набор. Обязательно сделаю обзор пятой части, когда куплю ее. Ну и надеюсь, шестая часть тоже будет, судя по концовке пятой. Так что, если вы являетесь фанатом Resident Evil, скорее всего, вы эти фильмы уже смотрели. Если вы не являетесь фанатом, вы их смотрели и не любите, в любом же другом случае я рекомендую посмотреть и составить свою точку зрения. Потому что это такой эпический блокбастер, с одной стороны довольно глуповатый, но с другой стороны он несет массу эмоций тем людям, кто играл, ну, в игру, по мотивам которой это сделано, в серию игр. Там очень много заимствований, просто, знаете, даже имена персонажей, причем персонаж абсолютно не похож из фильма на персонажа в игре, но только благодаря тому, что у него то же имя там и то же оружие в руках, уже просто смотришь в экран и улыбаешься. На этом, наверное, я закончу. Меня зовут Сергей, подписывайтесь на мой канал Old School Gamer. Всем пока!